читать молитвы, петь тебе песни о разлуке с тобой, что всегда неуместно, перебирать в памяти дни, как четки, как мелкие кусочки льда, время вода сквозь пальцы, на пяльцах дней вышивает судьба крестиком, в решето падают года, отсеивая даты, а итог всему — ветер, что коснется плеч и земли у твоих ног. Я люблю твои широко раскрытые глаза на мир. Ну и напоследок. Мой генерал, девочка, вас кто-нибудь так называл? Мой генерал. Лампасы плеч, ключиц разлет, как тонким грифелем очерчен рот. Тайная бездна прикосновений, томительная сладость открытий, вдох, выдох, как взлет и падение в бешеном кругу саити, мой генерал. Девочка, вас кто-нибудь так называл? Повелитель армии моих обезумевших нервов, источник сердцебиений не последних, надеюсь, и, конечно, не первых, но таких небывалых, таких откровенных, что стынет в жилах кровь. Еще мгновение, и в строчку впишется любовь. Поверю ей, и на плече усну, настигнутым и облегченным. Я пленник ваш, мой генерал, девочка. Вас кто-нибудь так называл? Покидая амплуа артиста разговорного жанра, я приглашаю на эту сцену снова замечательный коллектив, оркестр под названием «Дивертисмент» под руководством заслуженного, хотел сказать народного, а вообще бы не ошиблась, заслуженного артиста России Ильи Йоффе. Прошу. Я заметила, что вот этот фестиваль, адвитовский фестиваль, по крайней мере для меня, всегда является экспериментальным. Мое выступление всегда экспериментально. В прошлом году было прочтение ахматовского реквиема на одной сцене с профессиональным актером, актрисой чудесной. Это для меня было вновь. Сегодня то, что вы услышите, это тоже такой эксперимент, и сделано было специально вот для этого концерта, для этого вечера. Специально только для Адвиты. Мы впервые будем исполнять песни из репертуара Сурганова оркестра, а нам будет аккомпанировать «Дивертисмент». Вы наконец-то услышите струнные аранжировки. Точно когда-то создал Игорь Заливалов и, хорошо вам, надеюсь, известная уже полюбившаяся Мария Савкина. Более того, к двум песням «Цветы и звезды» и «Дождь» партитуры мы сегодня с Машей дописывали вот до 6 утра. Совершенно такая вот будет новинка. Без барабанов, без всяких спец и шумовых эффектов, на таком внутреннем ритмическом ощущении гармонии. Очень интересное ощущение. У нас было всего полторы репетиции, но, боже мой, как приятно играть с профессионалами с такого уровня. Вам еще раз большое спасибо. Мы в восторге, совсем искренне в восторге.